Вот, ребят, монетка прям так лежит. Советы. А, нет, вообще ходячка. 50 копеек. 2005 год. Ладно, для будущих поколений. Хотя, наверное, тогда уже будут металлоискатели, знаете, так он. Опа, сигнал, год такой-то, сохран такой-то. Нафиг не беру. Опа. Ну, у Мишки сигнал какой-то. Определенно. Давай, Мишка, монету-то найди уже за сегодня хоть разочек. Мне сейчас в монетах дело. Надо прибор у тебя понять. Принцип? Мне надо принцип, прибор понять надо. Ну так ты уже неделю его тискаешь. Понимаешь? О! Да, я нашел цветмет. Ну это... главное, что это ты нашел его, что это цветмет. Да. Это не ржавчина. Я считаю, что это тоже результат всегда, когда нахожу или хозячку, или шайбочку, или еще что-то, потому что ты сумел ее распознать. Судя по всему, это не перепутал. И эти сигналы надо запоминать, как они звучат. Привет, ребят. Всем привет. Сегодня мы выбрались опять на домашний микрокоп. Собственно, не копа ради, а я монету уже нашел, мы вам сейчас покажем. Собственно, не копа ради, а для того, чтобы протестировать. Сегодня температурка у нас за 20 плюса. А вот, хорошо так. Солнышко вот сейчас начинает прятаться уже. А мы походили, покопали. Мы на самом деле испытываем костюм Биостоп Комфорт. Это костюм от клеща. Костюм Биостоп Оптима мы носили 2 года. 2 сезона. Ни одного укуса у нас клеща не было. Ни одного домой мы не притащили. То есть все у нас было благополучно. Но в костюме Оптима, конечно, более комфортно работать весной, осенью, но никак не в жару. Слишком, ребят, жарко, мокрый ты. Но костюм очень хороший. Костюмы Биостоп Комфорт. В принципе, очень такой интересный покрой. Мне нравится. Ну, то есть ты можешь, в принципе, и в городе, и в парке где-то одеть. В Сибири это актуально, в Красноярске там у вас вообще клещи кусучие. Имеет 2 расцветки. Это вот такая расцветка. То есть продается на отдельно штаны, отдельно рубаха. Можете купить там зеленый низ, светлый верх. Там можете вот как у меня все зеленое там купить или все светлое. Вдруг на побережье Черноморского соберетесь. Черт его знает. Там эти фотографы как клещи впиваются с обезьянкой за 100 рублей. Фотография 6 раз тебя фотографируют, 600 рублей, говорит, гони. Вот, ребят, на самом деле. Сейчас походили, Мишань, как тебе? По сравнению вот с Оптимой. Нет, ну в Оптиме мы бы на спуске еще умерли. Так, вполне достаточно, вполне хорошо, комфортно. Вполне комфортно, вот одето на голое тело просто и достаточно хорошо. А, это же у нас ХБшка, правильно? Да, какая-то ткань ХБшка такая приятная, она дышит. А, у этого костюма нет защиты от комаров, он только от клещей защищает. Ну, от комаров нас вполне хорошо себе защищают термоцелы, которые висят, и ты их не замечаешь. Не замечаешь ни термоцела, ни комаров. Значит, у костюмов, у рубашки карманы здесь на молниях. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Достаточно удобные. Значит, в брюках вот эти вот боковые карманы, телефон, в котором лежит, боковые карманы, вот здесь карман, вот, везде стоят эти манжеты для того, чтобы улавливать клеща, который забрался под одежду к вам. А вот рубашка заправляется в брюки, здесь тоже манжеты, здесь уловители стоят, достаточно длинные уловители, которые более сильно обработаны, нежели материал. Да, в чем плюс этого костюма? В том, что он пропитан специальным составом, который выдерживает до 50 стирок. Ну, по факту больше выдерживает. Мы побольше стирали. Потому что после каждого копа, в принципе, ты одежду уже стираешь. Потому что грязь, это еще что-то. Это сейчас сухо. Вот. До 50 стирок выдерживает и
клещ вот буквально садится сейчас. Забыли с собой, надо было полотенце белое взять, половить, ну, насобирать клеща, протащить по траве чуть-чуть. Вот. Посадить, показать вам. Мы еще покажем вам этот эффект. Сажаешь его, вот он ползет, ползет, бац, отваливается, либо в ловушке погибает. Такая, собственно, одежда. Что я бы от себя пожелал бы производителю изменить в этих костюмах? В принципе, костюмы только-только появились, и мы одни из первых, кто их испытывает в полевых условиях. Я бы, наверное, вместо пуговиц на рубахе сделал бы вот такую же молнию. Вот такую же. Если вы хотите сохранить вот этот дизайн рубашки, ну, в принципе, он прикольный такой, да, то фальш-пуговицы вот они просто. Отодвинул, расстегнулся, застегнулся. Потому что долго вот это 42 пуговицы застегивать, расстегивать, это долго. И потом все-таки надо, наверное, завести третью расцветку. Это какой-то хаки, вот там расцветка оптимы, оптимальна. Потому что все-таки вот покопали немного. Тут грязь, нам на однотонной одежде, мы про Мишкину вообще не говорим, одежку. Я копаю очень аккуратно. Он очень аккуратно копает, шею постоянно протирает, чтобы воротничок у него белый был. Я думаю, подшиваться, как в армии. Ну это, ребят, нам просто досталась такая светлая рубашка, ну на пробу, чтобы и такая была. Зато не так жарко на солнце. Кстати, да, как вариант. Было бы гораздо правильнее, если бы, я говорю, она была бы цвета хаки. Потому что все-таки используется в лесу, еще где-то, и на камуфляже не видно этой грязи, там, то есть, ну, она не так заметна. Тут через 2 часа вот было бы чуть-чуть сыренько, так, после дождя еще что-то, мы бы уже увозюкали все, были бы такие красивые. Цвета хаки. Но, опять же, я повторюсь, для города, для парков, для леса в жаркую погоду, во. Мне нравится. Кстати, в этом году у Биостопа вышли кепки, которые защищают и от комара, и от клеща. Также. Вот комплексная тоже пропитка у них идет все. Вот она одевается нам. Ну, кепочки, единственное, что их не успели такие кепки изготовить в тон одежде. Вот они, вот. Вот такого цвета. Вот такой цвет, ребят, оптимален будет для вот этого легкого костюма. Вот мы бы лично выбрали такой камуфляж. Но так как его нету сейчас, ну, приходится вот такой зеленый, монотонный брать. И неизвестно, будет или нет. Может, и прислушиваются к нашему мнению. А так, пока у нас замечаний нету, все хорошо. Заходите на сайт, он сейчас у вас на экране. И смотрите, что вам понравится. Потому что Биостоп, одежда от клеща, одежда проверенная. Мы ее пользуемся сами. Поэтому не стыдимся советовать ее вам. Ну не, народ, правда, хорошая одежда, нам очень нравится. А вот так, согласитесь, Мишка моложе куда выглядит. Опа! Йо-йо-йо! Давай, правда, хорошая вещь, удобно носить, легко поднимаются ноги, движения не сковываются. Вот. Хорошо. Да, одевается легко, все-таки в Оптиме она хороший костюм, но... Оптима это весна, Оптима это осень. Мы будем Оптиму носить, продолжать по осени, потому что она все-таки более плотная, более... как бы выдерживает гораздо дольше. Она более теплая. Ну, она и теплая, да. Ну и под это можно, в принципе, на эту одежду, вот на этот костюм тоже, в случае чего-то, можно всегда одеть какую-то. Сверху какую-то одежду. То есть клещ у вас все равно не присосется нигде. Он добираясь до этой одежды, он будет погибать. Ну, вот. Так что можно и на эту одежду одевать что-то. Или под нее там термобелье теплое одеть. Но все-таки более, конечно, правильно это иметь костюмы на разную погоду. Это оптиму, это весна-осень. И комфорт – это лето, жара. Там, где лес, там, где есть клещ, эта штука незаменима. Ну, а там, где есть москит, это термосел. Проверено работает. Все, ребята, пойдем мы дальше еще покопаем. Если что найдем еще, покажем вам. Если не найдем, то будет просто 10 минут черного окна. Перематывайте. Все, погнали мы дальше. Все, поперлись. Я стоп рулит. Ну что, ребят, вот и монета у меня. Первая. Я обмонетился. Да. О. 43-й год, 20 копеек, ребяточки. Вот так вот. Молчага. 43-й год.
Да, комары. Да, монета. Блин, долбанул. Долбанул лопатой. Эх, жалко. Долбанул лопатой ее, ребят. 2 копейки, 37-й год. Ну что, блондинка рулит. Хорошие мне находочки подсовывает. Жалко, ударил ее. Такой хороший сохран у монеты. И я ее лопатой жиганул. Прет тебе сегодня, Мишка. Кто такие это? Барт! Барт! Бартуня! Барт, иди ко мне! Иди ко мне! Иди, иди, ты мой хороший! Ха-ха! Чубакин! Иди сюда! Хан! Ты мой умница! Хан! Хан, дурачина! Иди ко мне! Хан! Хан, ну иди сюда! Иди сюда, дурачина! Ты что, не узнал меня, что ли? Хан! Хан, иди ко мне! Иди ко мне! Иди! Иди, ты моя собака такая хорошая! Собака, собака! Дай лапу мне, дай лапу! Лапу дай! Дай лапу! Лапу, лапу дай! Все, иди гуляй, иди гуляй. Давайте, давайте. Так. Радует, что в комке. Так, у меня или где-то здесь, или же где-то вот здесь находится вся эта штуковина. Где-то в траве. Блин. Васильевич, ну у меня без вариантов. Я выкопал этот ключик от банки. Тут без вариантов. Его 100% копают. Тут ничего не сделаешь. Ну, может, хоть сейчас. Хоть что-нибудь. А, хоть чуть-чуть. Нет. Не, опять бухарский динар. Пуля, ребят. Пуля. Скорее всего, пневматическая. 6.35. С якобы высверленной головой. Возьму, интересная пуля. Посмотрю, что за... Что за штуковина такая была. Ну, главное, что я ее увидел и взял. Ну вот. Не успел встать. Опять сигнал. Что за сигнал? Покажет точно только лопата. Комаров собирается. Вот они с термоцелом не кусаются, а? Так, крутятся вокруг. Но кусаться желания не имеет. Угу. О! О, какая колбаса свинцовая. На грузики пойдет. Ага, вот он. Здравствуй тебе, бухарский динар. Надеюсь, очень надеюсь, что у меня какая-нибудь монетка, а не просто кусок желудя. Да. Уже это, да, собирать его некуда. Чемоданы кончились, ящики наполнены.
О, монета. А нет, не монета. Пуговицу. Сейчас посмотрю, какую. Скорее всего, современную какую-то. Пуговица, ребят, неизвестного происхождения. Попробуем ее еще почистить. Может, и откроется нам тайна какая-то. Нет, ничего на ней не видно. Поэтому пойдет в разряд безымянных находок. В стол находок. Тьфу ты, думал, что такое дымит у меня. А этот термосел у меня исправно отгоняет комаров. Ямки закапываем за собой. Идем дальше. Так, ребят, или это нержавейка, или мне на серебро повезло. Нет. Это кнопка. А нет, пуговица опять. Опять пуговица. Походу такая, времен советских еще. Мишаня у нас, ребят, усиленно взялся изучать Деус. Всякие фишечки, фенечки на нем узнает, настройки. Так, чтобы он копейку с метра подымал. Вот сейчас ходит, их испытывает. Я потом ради прикола пройдусь по его стороне. Посмотрю, как он копает. Ну ничего страшного, ты по моей стороне пройдешься, я по твоей обратно. Мне по твоей пройти шансов нет. Почему? Не, это все глупости, что можно все выбить, ребят. Нельзя. Каждый год вот я по этой дороге хожу, каждую весну, лето, и нахожу что-нибудь опять. То развернет монетку с ребра на плоскость, то выдавит морозом, то... Так что не переживайте, всего не выкопать. На этой ноте мы, ребят, закончим наш коп. Собственно, и коп-то был организован ради того, чтобы испытать в жаркую погоду костюмы Биостоп Комфорт. Костюм годный, иметь рекомендуем. Надо же себя любить и от клеща оберегать себя и своих близких. Всего хорошего вам и до новых встреч!